Добрый день, уважаемые телезрители. В эфире дневные новости в студии Саулем Бисмалиева. Городской акимат совместно с управлением по делам религии организовал семинар, целью которого стало разъяснение работы противоэкстремистских течений и закона о религии, а также повышение религиозной грамотности сотрудников госорганов. Подробнее об этом расскажет Марина Горбук. В сегодняшнем мире терроризм и экстремизм стали одними из самых опасных угроз человечеству. Деструктивные течения, паутины, окутавшие весь мир, противоречат истинной религии и затемняют сознание людей. В целях борьбы с иными религиозными течениями и обучения в людей истинной религии с начала текущего года в Казахстане действуют центры по изучению проблем религии. Они занимаются работой по разъяснению религиозных канонов и предотвращению работы деструктивных течений. Теологи, специалисты в сфере религии как раз занимаются проблемами деструктивных религиозных течений, радикальных религиозных течений. Кроме того, конечно, работают у нас социологи, психологи, которые помогают пострадавшим людям от деструктивных религиозных течений. И, конечно, в ходе нашей работы мы постоянно проводим социологические исследования для того, чтобы получить определенные опыты, результаты, и, конечно, все эти результаты будут учитываться в ходе работы информационно-пропагандистских групп. Казахстан – одна из тех стран, где сосредоточено большое количество конфессий. В одном государстве проживают люди совершенно разных взглядов и вероисповедания. Но экстремизм и терроризм не имеют национальной или межконфессиональной принадлежности и работают при этом на рассвоение и подавление сознания всего общества. Вы руководите большим количеством людей. Все они имеют разное мнение и мировоззрение. Вы отвечаете за своих подчиненных, и ваша задача предотвратить распространение иных религиозных течений. На 2014-2017 годы у нас разработана программа по противодействию экстремистских течений, и мы должны полностью обеспечить ее реализацию. Теологи и религиоведы отмечают, что истоки религиозного экстремизма кроются в незнании истинной религии. И самый эффективный способ борьбы и профилактики явления экстремизма – просвещение верующих. Марина Горбук, Манарбек Кушалиев, Александр Грабарев, ТДК-42. Ежегодное областное августовское совещание среди работников образования прошло сегодня. В этот раз темой обсуждения стала инновационная стратегия образования как фактор устойчивого развития государства, общества и личности. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. Новый учебный год уже не за горами. В сегодняшнем совещании приняли участие методисты отдела образования, дефектологи, логопеды, учителя образовательных школ, которые непосредственно работают с детьми с ограниченными возможностями. Инклюзивное образование – это одно из направлений государственной программы развития образования. И уже 2 года наша область активно работает по его внедрению. У нас имеются хорошие результаты. У нас из 6500 детей с ограниченными возможностями образовательными программами охвачено 87%. А инклюзивным образованием охвачено 55,7% детей с ограниченными возможностями школьного возраста. В общем-то, это хороший показатель, если учесть, что республиканский средний показатель всего 42%. Специалисты утверждают, что сейчас основной акцент нужно делать на инклюзивное образование в дошкольных организациях. Чем раньше начать оказывать коррекцию детям, у которых есть особые познавательные потребности, тем больше шансов, что ребенок пойдет учиться в общественную среду. И не нужно будет ему дополнительные коррекции. Занятия со специальным педагогом. В Западно-Казахстанской области немало детей с ограниченными возможностями, и подобные конференции позволяют нам решать проблемы в образовании этих детей. Нужно специальное школьное оборудование для них, и вот сегодня мы решаем эти проблемы. Нам всем нужно помогать этим детям, чтобы в будущем им было легко адаптироваться к обществу, чтобы они считали себя такими же полноценными людьми. С этим мы должны все вместе работать. В нашей области 6487 детей с ограниченными возможностями. Открыты 3 специализированные коррекционные школы. Наша область – одна из немногих в республике, где почти в каждом районном центре открыты кабинеты психолога педагогической коррекции. Анна Мардвинчева, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.
Дело в отношении трех сотрудников внутренних дел продолжается. Напомним, Равиль Искендиров, Кобулсын Кураков и Акнет Шуакбаев обвиняются в том, что оформляли кредиты на неработающих лиц. Этого любителям легкой добычи показалось мало, и они начали шантажировать менеджера банка Лазарева, что он оформляет кредиты на безработных, и потребовали с него 1 миллион тенге. Половину суммы Лазарев отдал полицейским, а вот остальную часть собрать не смог и обратился в уже бывшую финансовую полицию. После чего вся троица была задержана своими коллегами. Сегодня в ходе заседания Равиль Искендиров заявил, что он не причастен к преступлению и ходатайствовал о допросе ранее незаявленных свидетелей, что они смогут подтвердить, что на момент задержания он находился в другом месте. Сам подсудимый на вопрос суда, почему свидетели не были заявлены ранее, поясняет, якобы он не знал, что по закону их можно вызвать и допросить. Западно-казахстанские водно-спасатели получили КАМАЗ. Новый мощный грузовик способен перевозить оборудование и людей. При помощи такой техники спасатели смогут добираться до труднодоступных мест. Подробности в сюжете нашего корреспондента. Специальная доска для спасения, снегоход, лыжи и валенки, багры и лопаты. Как оказалось, водноспасатели пользуются всем этим в своей повседневной работе. Ну а новый автомобиль КАМАЗ пригодится для выезда в отдаленные районы. Машина очень маневренная и имеет высокую проходимость. В кабине установлены радиостанции и навигатор. КАМАЗ тягач, 200 лошадиных сил, евро 4 для работу аварийно-спасательных, проведение аварийно-спасательных работ. Мы в первую очередь спасатели, иначе народу бытует, что раз водоспасатели, мы только весной и летом работаем. Однако это ошибочное мнение, конечно. Вот это тягач КАМАЗ выдано для того, что вот этот снегоход, что зимний период мы тоже могли заниматься спасением людей. До этого, конечно, не было таких техник, не было возможности заниматься. Однако, согласно закону о гражданской защите, который принят 11 апреля в этом году, статья 234 гласит, спасатель должен вести поиск пострадавших людей, оказать медицинскую помощь. Только в этом году на водоемах области утонул 21 человек, спасено 35. Водноспасатели отметили, что новые автомашины позволят им работать и в сложных погодных условиях, в зиму и весенний паводок. В новой спасательной машине есть специальный отсек, где могут разместиться спасатели. Это чем-то похоже на вагон поезда. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Налоги на имущество поднялись. Налоговое управление нашего города доводит до сведения, что 1 октября 2014 года наступает срок уплаты по налогу на имущество и землю для физических лиц, имеющих объекты налогообложения. В частности, это касается квартир, домов, дач, гаражей, а также земли. Налоговики доводят до сведения, что не позднее 31 декабря все налогоплательщики, имеющие транспортные средства, должны уплатить налог на него. Уплата производится по месту регистрации объектов обложения до наступления срока. Оплатить налог можно в любом отделении банка и в Казпочте. С 1 января 2014 года по изменению дополнения налогового кодекса возросли, значит, 1 квадратный метр, как бы базовая ставка налога возросла 2 раза. И в связи с этим увеличением, на вашем, который сейчас вы отреагируете на ваше уведомление, просим вас произвести уплату налога. Как такового, срок наступает уже 1 октября по налогу на имущество и земельного налога. А также хотим сообщить, что 31 декабря тоже наступает срок по транспортным налогам. И исходя из того, что мы хотим довести до вас, что как получили это уведомление, не дожидаясь этого срока уплаты, до наступления срока просим вас произвести уплату налога. В музее «Старый Уральск» открылась выставка, посвященная Первой мировой войне. Казачье войско приняло активное участие в боевых действиях. Десятки солдат и офицеров, воевавших на фронтах Первой мировой, были награждены георгиевскими крестами. Первая мировая война, столетие которой отмечается в этом году, длилась 4 с лишним года. В кровопролитных сражениях погибли более 20 миллионов военных и мирных жителей из десятков стран мира. Уральское казачье войско принимало активное участие в боевых действиях Первой мировой войны. Было выставлено 10 полков. Это значит, что 700 офицеров Уральского казачьего войска и около 20 тысяч нижних чинов. Бравые казаки, прошедшие Первую мировую, вернулись домой. Здесь их встречали как победителей. Сохранились фото, на которых участников боевых действий приветствует царь Николай II. Но пройдет совсем немного времени, и солдаты сгинут в другой войне – гражданской. Первая мировая война наложила огромный отпечаток на историю Уральска. 1000 человек воевали, еще сотни погибли. Вот здесь, в музее «Старый Уральск», можно прикоснуться к истории, посмотрев в этот офицерский бинокль или даже
потрогав настоящую стереотрубу, из которой разведчики наблюдали за противником. Результатом Первой мировой войны стал крах четырех империй – Османской, Российской, Германской и Австро-Венгерской. Эти 4,5 года изменили ход истории. Представлены очень интересные книги, журналы, открытки, выпущенные во время Первой мировой войны. Представлены деньги, которые ходили в это время в России. Особенно интересно подлинные награды, знаки и георгиевские кресты, которые получали, значит, уральцы за участие в боях. Вот 3-й и 4-й степени крест. К сожалению, 4-й степени неизвестно, кто получил, а 3-й степени георгиевский крест получил уральский казак из Янайкина Карташов. Его внук, значит, подарил в музее этот крест. Выставка музея завершится уже на этой неделе. Роман Копняев, Айбулат Джигапар, Александр Грабарев, ТДК-42. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания.